Сейчас вот буквально в один момент человек стал с одиночным пикетом против войны, и буквально моментально его задерживают. Вот его ведут в автозак прямо сейчас, не объяснив оснований, в тот же самый момент, как человек встал в одиночный пикет. Вот смотрите, какой плакат у человека. Если его сейчас задержат, посмотрите, с каким плакатом его задерживают женщины. За мир, дружбу с соседями. Человек стоит за мир, дружбу с соседями, строго с одиночным пикетом. Почему вы не даете мне подойти? Что-то секретное делаете, что-то плохое делаете? Ну вот еще одну одиночную пикетчицу задерживают с плакатом, где было написано «За мир и дружбу с соседями».